Будете вы там до конца военных действий, не раньше осени, то есть не раньше сентября. Замены вам нету. Даже тех, кому контракты заканчиваются, похуй, все равно будут там, пока не закончатся военные действия там. Так сказал Попов. Кто он там, не знаю. Попов, этот пидор, он должен сюда приехать. Вот, короче, гусевские жены его оккупировали, даже около дома караулят. Пиздец, я даже так рассчитывала, надеялась, что хотя бы до середины лета. Пидорас они ебаные, потому что. И ничего не сделаешь, понимаешь? Хули ничего не сделаешь, в прокуратуру можно звонить. А что в прокуратуру скажешь? Ты контракт подписал. И что? А в боевой командировке не имеет права долго держать. Я не знаю, может что-то изменится, но ничего. Ну, вот ничего не изменится. Люди начнут же просто узнать эту информацию и начнут сами себя стрелять нас. Ну ты что, с ума сошел? А другого выхода нет, как домой уехать. Тут или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь, пизданем сейчас тебе, блядь, рядышком с тобой. Останутся тебе одни кроссовки ебучие. Я ничего сделать не могу. Я тебе сказала то, что сказали мне. И я не одна такая. И все возмущены. Все. Все жены возмущены. Да хули они возмущены? Они и делать ничего не могут. Если они... Делать. Если делают, то делают все вместе. А не пошла ну, одна, сказала. А что? Ну что они? Что сделать могут? Если нету замены, нет других людей, чтобы вас заменить. Пусть нахуй полностью выводят. Какая нахуй замена? Вот пацаны, блядь, 19-летние сидят. Замена им, блядь.